Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, подписчицы. Сегодня у нас на обзоре медика от компании Tetra General Tonic. И мы поговорим о лечении аквариумных рыб этим средством. Это лекарственный препарат для лечения бактериальных инфекций, болезней, вызванных эктопаразитами, грибковых заболеваний и ран у трофических аквариумных рыб. Также это средство применяют, эффективно применяют, причем средство при лечении всех открытых ран, предупреждает гниение плавников, при правильном использовании не имеет побочных эффектов, но запомните, только при правильном использовании, то есть дозировку нужно обязательно соблюдать. Кстати, этот препарат абсолютно безопасен для растений и других микроорганизмов аквариума. С другими средствами, лекарственными препаратами, данные средства Tetra не взаимодействуют абсолютно никак. Немножко дозировки. Дозировка в колпачке. Колпачке в данном. 10 мл. Ну и шкала еще есть. Нормальная дозировка 5 мл на 20 литров воды. Но при тяжелом карантине, при тяжелых заболеваниях, дозировку увеличивают ровно в 2 раза, то есть 5 мл те же будут уже не на 20 литров, а на 10. Есть еще один очень важный нюанс. Когда вы используете данное лекарство, ни в коем случае нельзя применять в этом же аквариуме био- или химиофильтры. Это очень важно. Кстати, если никаких улучшений не будет в течение недели, процедуру нужно повторять после 24 часов после фильтрации аквариумной воды, причем не обычной фильтрации, а с помощью угля. Но если же нет угля, что делать? Тогда не нужно будет немножко потерпеть вам и вашим рыбкам. Нужно будет делать подмену воды примерно по 30% из аквариума несколько раз. Только после этого, когда уже лекарство станет намного меньше, чтобы не было передозировки, начинают повторять данную процедуру. Данное средство не всегда используют для лечения. Это же средство можно использовать в качестве профилактики по полдозы, чтобы избежать заразных рыбных болезней. Ну и очень хорошо его использовать, когда вы только запустили аквариум, либо подсаживаете новую рыбу. Важно еще сказать о том, что вода будет приятного изумрудного цвета. Вы не пугайтесь, это так должно и быть. Ну, не будем говорить, давайте посмотрим, как это действует. Я не всегда доверяю рискам на упаковке и колпачкам. Для этих целей, для правильной дозировки, я использую шприц. Самый обычный шприц. Как видите, средство очень-очень темное, почти черного цвета. И уже в таком виде мы опускаем его в аквариум. Ну, по крайней мере, так делаю я. И начинаем постепенно выпускать. Для того, чтобы полностью все лекарство вышло, я в этот же шприц набираю еще немножко воды из этого же аквариума и вновь его выпускаю. Посмотрите на цвет аквариума, на цвет воды в аквариуме. Видите, он стал таким совершенно невероятным зеленым цветом. Это нормально, и здесь запущено больше для профилактики, для лечения вода будет еще более зеленая. Получается не просто лечение, не просто профилактика, но еще и разнообразие цвета вашего аквариума. На этом все, дорогие друзья. Наш видеоролик подошел к концу. Вспомните это название. General Tonic. Я думаю, однажды оно вам в любом случае понадобится. Не бывает аквариумистов, у которых никогда не случается никаких проблем и болезней с рыбками.